За буйки не надо заплывать. Надо, когда купаешься, не шутить и не звать на помощь, если это не надо. Потому что если позовешь для развлечения, они подбегут, а кому-то в это время по-настоящему понадобится помощь. В воде не надо баловаться. Нужно у родителей на виду все время быть. Не надо подплывать под большой матрас надувной. Во-первых, нельзя уплывать далеко, потому что ты можешь утонуть. Во-вторых, не в речке или в грязной речке нельзя купаться, потому что у тебя грязный станешь, и прыщики заведутся очень много. И во-третьих, чтобы за тобой родители смотрели. Если они будут смотреть, ты не подумаешь, что куда ты уплывешь. Нет, либо вправо, либо влево. Но если ты на море бываешь, нельзя слишком далеко от родителей отплывать и за буйки заплывать нельзя. А еще такие бывают надувные матрасы, и то, что под них тоже нельзя заплывать как бы. Чтобы научиться плавать, надо грести руками и ногами, и научишься плавать. Не надо глубоко заплывать, а то можно утонуть. Нельзя купаться в воде без взрослых. Нельзя заплывать далеко. Плавать надо под присмотром родителей и не заплывать глубоко за буйки.